музейно-выставочном комплексе на улице Загорская открылась экспозиция Юрия Злоти, которая носит название «Форму и образ. Выставка скульптуры и графики». И сегодня в программе «Творческая гостиная» мы расскажем об этой необычной экспозиции и ее авторе. Я представляю здесь скульптуру и графику. Скульптура разного времени. И, в общем-то, она из бронзы скульптура. Что здесь? Гипс, бронза, ну и графические листы. По тематике разные. Я ее назвал «Форма и образ». И с этой тематикой я уже представляю свои произведения неоднократно. И считаю, что это довольно емко и довольно красноречиво по части названия. Поэтому его в последнее время не меняю. Юрий Злоти – известный в России художник и скульптор, прекрасный рисовальщик. Представил на суд жителей и гостей Дмитрова неординарную экспозицию скульптурных произведений. Также мастер-автор целого ряда памятников. Я преследую определенный смысл в скульптуре. Я, значит, в русле станковой пластики работаю. Кое-какие работы здесь отлиты мной лично у себя дома. Значит, в моей судьбе есть сооружения в разных городах России, где я скульптором выступая сделал сооружение. Это Красноярск, Красноярский край, Вышний Волочок, Москва. В авторских произведениях скульптора отражаются сложные объективные процессы, которые сейчас происходят в современном искусстве и с которыми сталкивается художник, начавший свой творческий путь в середине 1980-х годов. Эти пройденные десятилетия дали возможность освоить мастерство и отшлифовать свой стиль. Они разные, их можно посмотреть, и каждый сюжет – это определенная история моей жизни, моих умозаключений, и как бы так вот общо о них сказать мне сложно, но отдельно про каждую я могу рассказать, что это за сюжет, откуда он взялся, чем он навеян, ну, естественно, всегда прочитанным и увиденным, узнанным, и все всегда только из этого и исходит, поэтому они такие разные. Потому что жизнь проистекает из многих всяких разных эпизодов. Художник на примере своих произведений не просто демонстрирует сложившийся современный авторский стиль, но показывает зрителю аналитически осмысленный творческий опыт. Вот такой Меркурий. Ну, обычно как его изображают? Меркурий – это вот человек с обувью, который несет кадуцей. И с кадуцеем, значит, несет успех бизнесу, финансам и всяким деяниям человеческим. Но я вот здесь, в силу того, что понимая, что это Бог, и он может воплотиться как угодно, я вот трансформировал идею объекта до вот таких вот каких-то фокусов. Вот. Ну, не скажу, что это предел моих интересов, но когда задача сводится до уровня, задача скульптуры сводится до уровня знакового символа, это я уже повторяюсь, то тогда, мне кажется, это большая удача, потому что всякое нам известное удачное существование объекта в среде, оно осенено сакральным смыслом. И этот сакральный смысл выражен в знаке. Поэтому я в своих скульптурах стремлюсь к этой знаковости. В скульптурных композициях Юрий Злоти придает огромное значение эмоциональности не только в сюжете, но и формообразовании, которые порой шокируют зрителя. Это эмоциональное напряжение создается творческим методом и художественными средствами искусства скульптура. Если снимать эту, фотографировать или смотреть на изображение с одной стороны,
то это некий лик, довольно жестокий. Ну вот в профиль это фигура. Я назвал это позицией и подразумеваю некую трансформацию одного в другое. В этом фокусе я вижу тоже какую-то многоликость темы. В своем творчестве автор многократно обращается к узнаваемым образом, часто работает в реалистичной манере, при этом постоянно методично разрушает реальность. Эти превращения на грани сюрреализма придают его композициям особую остроту. Распадающаяся реальность на наших глазах обретает новые формы. Игра воображения, и из осколков конкретных образов возникают новые. Это образ, символ реки Енисей. Я жил и работал в Красноярске. Этим отрезком своего времени я очень дорожу. И тогда, когда там был объявлен конкурс на создание некой скульптуры, олицетворяющей могучую Северную реку, я подумал, что это моя тема. И вот сделал вот такой образ-символ, который питается одной из притоков. Значит, задача этой скульптуры в том, что как бы вот здесь вот другие емкости, их пять. Там бирюса, мана, ангара, что он пьет тут, что-то он пьет. Но одним словом, самотеком вода должна стекать по нему. Я подумал, что это очень удачная находка, но людей это напугало. Странно. Еще интересный момент. Тогда, когда я сделал эту скульптуру, я узнал, что Енисей – это не он, а это она, Енису. Произведения искусства отражают прежде всего не окружающую действительность или воспоминания о прошлом, а своего создателя. Таким образом, у посетителей музейно-выставочного комплекса появится приятная возможность наблюдать произведения Юрия Злоти как зрелого мастера со сложившимся почерком, бережно относящегося к классическому наследию, но открытому для всего нового. Также и графика у меня, она разноплановая совершенно. Какие-то там стихии у меня. Как-то я взялся рисовать свою дочь. Ну и рисую, а портрет банальный получается. Вот я взял его, порвал и выкинул. И совершенно неожиданно для себя вывел формулу. То есть стал дочку рисовать сверху. И у меня получился плод. Вот если обернетесь и посмотрите, то там, значит, сзади вас портрет, голова, вид сверху. И тогда, когда я это нарисовал, я понял, что это, в общем-то, не только портрет дочери, это, в общем-то, некий символ, некий плод, некая стихия. Я силился ее назвать, назвал в итоге воздух. А потом думаю, ну, если есть воздух, значит, должны быть другие стихии. Ну, там я потом нарисовал землю, потом я нарисовал огонь, воду и прочее, прочее. Ну, и тогда, когда ты оперируешь такими стихиями, а не конкретикой, бытовухой, банальщиной какой-то, то ты и сам внутри стихии находишься. И этим ты или самоуничтожаешься, или добавляешь себе жизни, омолаживая кровь. Юрий Злоти является членом-корреспондентом Международной академии науки и искусства, председателем попечительского совета Общественного фонда культурных инициатив Московской области, награжден золотой медалью Российской академии художеств, орденом служения искусству Международной академии науки и искусства, а также золотой медалью от Союза художников России. Выставка эта проводится в рамках лета в Подмосковье и будет работать до 27 сентября этого года, так что приходите, удивляйтесь и наслаждайтесь экспериментами пластических искусств.